Я извиняюсь, товарищи. Для фестиваля, понимаете, придумал эффектную вещь. Люди увидят, ахнут. Самодеятельный фейерверк типа салюта. Давай, пожалуйста, не перебивайте. Я был в 23-й комнате, 24-й. Садись. Сейчас я его зажгу, и вы увидите. Сядьте. Когда Юрию Никулину предложили сыграть небольшой эпизод в фильме «Девушка с гитарой», он поначалу не принял это предложение всерьез. Дело в том, что Юрий Владимирович считал, что кино обошло его стороной навсегда. Вернувшись домой после войны, он пробовал поступить в ВГИК, но председатель приемной комиссии Сергей Юткевич прямо сказал молодому абитуриенту, что у него нет актерских способностей. Такая же неудача постигла Никулина и в ГИТИСе. Найдя себя как артиста в школе-студии при московском цирке, начинающий клоун и не помышлял о съемках в кино. Но однажды знакомый сценарист Владимир Поляков предложил Никулину принять участие в картине «Девушка с гитарой». Дело в том, что никто из актеров не хотел играть странную роль пиротехника, который предлагает для фестиваля фейерверк типа «Салют», считая ее слишком куцей и незначительной. После недолгих уговоров Никулин согласился прочитать сценарий, и этот образ ему понравился. На съемочной площадке Юрий Никулин дал волю своей фантазии. Именно он предложил поджигать фейерверк не спичками, а папиросой, которую пиротехник достает из зубов озадаченного члена комиссии. Также Никулин предложил, чтобы после взрыва на месте пиротехника осталась только его кепка. Товарищи, а где ж конструктор? Я извиняюсь, товарищи. Не тот зажег. Сейчас повторим. Эти небольшие детали понравились всей съемочной группе, которая весело смеялась во время репетиции эпизода с пиротехником. Когда дали команду «Мотор» и включилась камера, Никулин заволновался и начисто забыл свой небольшой текст. Несколько дублей оказались сорванными. Оказалось, что Никулин прекрасно играет свою роль во время репетиции, но волнуется, когда слышит команду «Камера, мотор, начали». Тогда режиссер Файн Циммер пошел на хитрость. Никулину он сказал, что будет еще одна репетиция при полном свете, а съемочную группу попросил без лишнего шума и без команд снять этот эпизод. Через несколько дней Никулину позвонили и сказали, что руководство при просмотре отснятого материала хохотало до слез, и было принято решение включить в фильм еще один эпизод с пиротехником. Так, в картине «Девушка с гитарой» появилась сцена, где пиротехник приходит уже к директору музыкального магазина и устраивает взрыв в целом отделе. Вы директор? Я директор. Хорошо. У вас огнетушитель имеется? А вы что, из пожарной охраны? Совсем наоборот. Ваш магазин готовится к фестивалю? Да. Праздник будет? Да. У меня для вас эффектная штука. Небольшой такой маленький домашний фейерверк типа «Салют». Люди увидят, ахнут. Видите, какая крохотуля? Таким образом, Никулин принял свое первое боевое крещение в кинематографе. После съемок режиссер сказал Юрию Владимировичу: «Вы у нас, Никулин, козырным тузом идете». И действительно, эпизоды с пиротехником стали самыми запоминающимися в фильме. Молодого актера начали узнавать на улицах. А главное, что после этой картины Никулин поверил в себя как в киноактера и больше не считал, что кинематограф закрыт для него навсегда –